официальный спонсор игры Железный банк Бравоса. Вы, кажется, американцы. Вы, Вашингтон. Да, что вы? За королеву. In God we trust. Что-то не похоже. God save the queen. Я тоже. Нет, это вызовов. Он же не из двух бобрами. И ваша база тоже арифметика находится. Есть так называемый черный рынок. У каждого на карте он будет обозначен. Черный рынок является нейтральной территорией, там стрелять нельзя. А резать? Любой, кто, без разницы. Убивать. Вход с оружием запрещен. Пребывание на черном рынке не более 15 минут. Можно вопрос? Не более двух людей. А торгашам самим стрелять можно и резать? Торгаши не будут на рынке вас резать. Только точно? Будет, там есть полиция. На рынке есть полиция, она будет разрушать вас. Вопрос. Я переживаю просто. Например, я прихожу, вот привод, отстегнул магазин, достаточно будет? Да, или да, вообще да, привод? Да, достаточно отстегнуть магазин. Вход на привод, на рынок не более двух человек парламентеров. Больше пускать не будет. От стороны или вообще? От стороны. Из вне куда? По рынку? Нет, по рынку запрещается стрелять. Мы ограничили там зону. Вот в эту зону нельзя заходить. Вход на рынок только один, с одной стороны. Мы тоже его обозначили, этот вход. Там будет два человека охранения. С ними договорились, все, скинули оружие. Заходите не более 15 минут. Будете более 15 минут, вас могут в плен взять, расстрелять, не знаю. Со всякое бывает. Черный рынок, страшное место. Да, короче, мне только что сказали, что резать, стрелять на не будет. Но нам как, в течение 15 минут, ребята, вас там никто убивать не будет. Я туда не пойду, ребят. Если за линию выйдут, да, мы тебе можете что угодно делать. Тебя перечислить. Если за линию не ушли, то вы не имеете права. Будут также, как бы, есть штрафные баллы. В случае нарушения каких-либо правил, значит, каждому командиру будет выдана пометка. Командиры, сразу получите пометки. Пометка. Здесь вообще основные моменты игровые. Знаете, какие вопросы, к организаторам еще обратитесь. Спасибо, что были погромы. Значит, смотрите, кто будет заходить, есть вот такой пресс-францент. На рынке что можно приобретать, сколько что стоит. Можно по рукам? Это потом, это только на рынке. Это мы вернем, но... Это только на рынке, это не для всех информации. Кальян там есть? Кальян есть. Серьезно? Зарабатывайте деньги, находите деньги, находите баллы. 15 минут пригласить? Можете приехать на рынок, покупать кальян, там много чего есть. Приди с маячком красным, не вопрос, посиди полчаса. Смотрите, значит, по всем вопросам сразу объясняю. Организаторы, я, буржуй, скиф и маяне. Разговорчики! Это мы играющие организаторы. Если мы находимся вот таких вот цветах, нас стрелять категорически запрещают. Штраф будет 10 баллов. А случайно? Без разницы как. Случайно, не волнуйся, нельзя стрелять. А если случайно, я дико извиняюсь, что у нас... Если случайно, тарьтесь, короче. Ну, я тезу мог поменять, переоденемся. Ночью мы будем в манишках и с красными. С красными мы будем в манишками ходить. По всем вопросам вы можете к нам обращаться. Каждый из организаторов будет закреплен за определенной стороной. Все через организатора. И не забывать про свои цвета. Да. Смотрите, игра будет у нас в среднем где-то до 2-3 ночи с выполнением последнего основного задания. Значит, кто хочет остаться, может остаться. В 5 утра мы выдадим дополнительный сценарий. Уже после, ну, как бы, игры. По желанию уже. В зависимости, сколько людей останется. Так можно выспаться просто и домой поехать. Потому что, я говорю сразу, игра достаточно интенсивная. Как бы, просто так сидеть не придется. Значит, смотрите. Сейчас нужно будет, мы выдадим первые конверты с расположением баз, да, командирам. У нас есть, да, конверты. После этого нужно будет в течение получаса выдвинуться на базу, окопаться, занять оборону и ждать уже дальнейших указаний от организатора. Значит, смотрите, сейчас еще, значит, у каждого мы выдадим на базе, будет световая метка.
повязка. Вы будете различать своих сокомандников в свою сторону по повязке. Можно потише? Смотрите, еще такое замечание есть, да? У каждой стороны мы установили флаг. Захват флага тоже приветствуется. Если вы захватили флаг противника, вы можете принести его на черный рынок и обменять на баллы, соответственно. Значит, если вы зарабатываете деньги, баллы, все это должно храниться возле флага. Захват денег, баллов приветствуется тоже. А с флагом деньги можно? Можно, да, с флагом деньги. Все должно лежать на одном месте, видно, возле флага. Нет, в смысле, можно прийти, взять деньги, флага ставить? Да. Да. Ну, а в смысле, да, не убивать? Если мы убьем кого-нибудь, мы можем у него отобрать деньги. Можете? Да. Можете, если вы в процессе игры... Баллы будут на подходе, допустим, там будут тоже физические. Они выглядят вот так, баллы. Баллы тоже можно. Баллы выглядят вот так. Разный номинал, примерно вот так все выглядят. Браво 6, построились тоже, да? Майами. Скрин. Построитесь нормально. Восьмой. Давай тогда ты сюда встанешь. Восьмой. Девятый. Он уже грибы собирает, все нормально. Реально, грибы уже собирает. Так, командир Британии! Вы-то взял, вы-то взял. Как не было? Хорошо, есть! Это база организаторов. Браво 6. Точнее, Китая. Я уже давно играю в страйкбол. Ну, как давно? Где-то год. И... Когда у вас контакт будет? Вот, видите, идет бой. И могу сказать, что Total Khan помогает мне держать энергию весь бой. Круглые сутки. Ешьте Total Khan. Вот, камера идет, я на полном серьезе. И раз, и выворачивает, все. О, Рафат. Ребята, это охрененно. Это подствольный гранатомет. Стреляет реальными подствольными гранатами. Ну, не реальными, а страйкбольными. Так что бойся, враг, трепещи, писайся, какайся. А это расценки черного рынка. Покурить кальян. Наемники. А, наемников продают. До 30 минут. Так, лот номер один. Лот номер два. Ну и остальные. Find me a number one. King of the hill. Top of the list. A number one. Фу, что это? Да. Говорили мы буржую осторожнее с гранатами. Вот взрывом дерево нафиг вырвало. А что будет с бедными участниками? Что там? Вот там будет. Майами, что? Вот. Дискаунт есть? Что, скидка там? Дискаунт? No. Two pieces. Две вещи. Полтос. Полтос. Две вещи. Детонатор и деактиватор. Да? Не, ну почему нет-то? Он сидит, он все. Все он китайцы, а? Он рабочий хотя бы? Хорошо, будет хорошо. Хорошо, 50. Он китайская. Хорошо, очень хорошо. Батчик, ты здесь? Ладно. Просто ты, все. Вот такая вот красивая природа. Охраняем нейтральную зону. Есть риск, что ночью будут нападения.
скоро сумерки, и, к сожалению, Galaxy не сможет ночью снимать. Что еще сказать? Братья, есть святой толпан? Это обязательно надо было сказать. Вот у нас супер-мега-курдак. Делается с саперной лопатки. Вот она как перемешивается. Вот, на природе это самая вкусная еда. Мы бы еще нашинковали его топором, но топора не хватило. А, нет. Вообще-то нашинковали его топором. Вон там где-то даже топор лежит. Так наш мистер Смит делает крутейший курдак, пока все остальные радуются жизни. Как-никак мы реконструируем Браво 6. Соответственно и ведем себя. Кстати, отняли баллы у этих? Дай беру один этот, я беру три. Где-то там баллы там подвигал. А почему? А природа хороша, к сожалению, наступит ночь, и мы не сможем все полностью оба снимать. Потому что ночью ночные камеры мы еще не приобрели. Ну, видимо, это дело будущего. Домины, да хуя кон, всякая хуйня лапчика, бля, а он по-новому. Браво 6 после похода в Ирак захватила кальян. А, да, да, это китайцы, да. Китайский Адидас. Нихо, гвилавши, сиши, живо шо, сиши, джон, дендачин. Вот ща хуйня. Блядь, давайте быстрее салатом решать, время просто. Ладно, давай покушаем. Ага, потом вы скажете, ой, мы посидим, давайте, давайте. У нас времени осталось полчаса. Давай, играй. Хлеб положить там, давай. О, давай, давай. Пацан, может, туда поставим? Да, сейчас принесу. Садусь, Лиман. Ребят, сейчас станет темно, как бы, запомните, где он. Давайте, главное, задачи вот эти перемотать. Так, бачи, раздай его. Убирай, колено, убирай. Так, а что, что там много присели? Ёма. Сейчас. Давай. Еще один раз. Давай. Еще раз. О, класс. Вот такой вот. На чат скинь, на чат это там, чтобы ребята сразу завидовали. Завидовали. Мистер Смит сделал зачетный. Мясо. Курдак. Он питомник. Эй, пацаны, я сейчас. Жить. На ножку. Люка, я это. Опа. Смотри. Ребята. Так, тарелочки передаем, у кого? У кого нету, давай. Зачем вы говорите, там сравнить? Прошло? Это на чай даже. Электрончик, вот тут у меня кабель есть. Да большой проверка связи. Я, да? Да. Блин, эта камера ночью ничего не видит. Жалко. Ну, у тебя же ничего, это действительно камера. Итак, глубокая ночь. Разные стороны забрали несколько, выполнили несколько заданий, забрали атомную бомбу, забрали часть снаряжения. В этой кромешной тьме теперь нас, китайцев, ожидает нападение трех держав. Америки, США и СССР. И сейчас мы в ожидании этого штурма готовимся к решающей схватке. По результатам этой схватки выяснится, кто станет владельцем важных элементов оружия, которые позволят взорвать атомную бомбу. Так что ждем. Ждем нападения врагов. К сожалению, камера видит только вот эти вот фигнюшки, луну немножко. Луна, нет, луна ушла за тучи. Снайпера и хруста с фонарем. И врагов, которые пришли торговать. Все. Ну все. Так, кто выиграл, кого благодарить за победу?
рамок у меня граната. За Британию! Ми-6 деактивировала бомбу. Ми-6 грамотно сработала, да, деактивировала бомбу. Итак, идет разоружение бомбы. Внимание! Внимание, сейчас будет ядреный взрыв. Как бы не было бы обиды, да, если бы они не кричали, что все убиты. Тем более он в зоне поражения. Дальше развиваться, уже будем в узких кругах его решать. Да, между собой уже решать. Да. Блин, какие-то замечания по игре, там тоже предложение на поручение отправил человек. Да, есть замечания, кстати. Сэр. Наш. Сэр. Нет, я говорю, звание. Спасибо. Ну, вот. Короче, мертвяк у американцев в дневное, вот, то есть в дневное время суток с той стороны, когда люди шли по холму, он им совершенно не был виден. Да, они получается, через наш мертвяк проходили, просто шли через мертвяк и нас начали из нашего мертвяка. Ну да, да, но да, они не видели, да, они флага вот, красного не видели. Что они не видели флаг, и в ночное время суток, и тем более он не был никак обозначен, к сожалению, и они там вообще свободно ходили. Ну, все, а так все, было зашибись. Мы не думали, что они додумаются, блядь, вот так в гору выйти и потом к вам идти. У них задача вообще, блядь. Каким боком она вас коснулась, я это не они понял. Постоянно. А я тебе расскажу. Просто лень выполнять, куда-то ходить, а мы под боком, они к нам постреляли, поиграли. Со стороны Великой Британии могу отметить то, что да, действительно, сценарий оказался весьма динамичным. Время поступления задания оперативное, синхронизация мне понравилась, то что все пакеты там уже раздали в руки, дальше уже скорость решает, у кого быстрее вскроется пакет. Весьма интересно, единственное, как всегда, у нас не получается большие игры устраивать время во время. Мне понравилось, что конверты были подписаны, когда их скрывать. Единственное, из-за смещения времени, да, там пошла какая-то рассинхронизация, вот, но мы... Все это время с этим боремся, у нас, по-моему, еще ни разу не удавалось вовремя по расписанию, как это планируется, запуститься. Вот. Так что, ну, остается только, да, всем стараться всегда приезжать вовремя, заранее и быть готовым к назначенным сценариям времени. Вот, отмечу великолепное светошумовое сопровождение сегодняшней игры. Вот, такой маленький Новый год состоялся. А Бакету я говорил еще штуку, в смысле, много интересных вещей, которые нам понравились. А мы, так скажем... Но это уже не дебют Браво 6 в организации игр, но это дебют ночной игры Браво 6, большой, крупной. Я считаю, что она просто великолепна. Это, так скажем, наполненность этой игры пока является первой из всех игр, которые проводили в страйкболе. Дойдя до вашей базы, я увидел, что оснащение базы вообще супер-мега-фееричное, разве что не хватает пулеметных дзотиков повсюду в круге, чтобы вообще нельзя было подойти. Не починили просто. Не успели. От Великой Британии, самой королевы, выражаю огромную благодарность организаторам, признаем их труд, усилия, стремление. Желаем, чтобы вы не останавливались, держали, я честно скажу, это уже ваша марка, это ваш стиль игры. У нас разные команды по-разному организуют. Чтобы все продолжалось, чтобы посещаемость росла кратно, из раза в раз. Ну а мы, в свою очередь, я думаю, будем всем рассказывать, что нам довелось поучаствовать в этой игре. Будем рассказывать тонкие моменты, которые сейчас все не перескажешь. Ну и будем восхваливать вашу игру и ждать от вас новых игр. Спасибо огромное организаторам. Спасибо.
Гранатомет это вообще жесть. А, кстати, можете посмотреть, как так стреляет. Не, уже не хотел. Я просто к этой игре мы труба обсуждали, чтобы побыстрее приехать. Сейчас же выстрелил вас. Вы слишком близко были. Я просто не стал вам в кусты стрелять тагом. Потому что он бьет сильно далеко, он летит порядка 100 метров. В лицо главное, чтобы не попал. Я думаю, вы низко идете, если я сейчас деревья стрельну. Мало ли кто-то идет, попадет, ну, по голове будет очень больно. Ну, такими вещами лучше по навесу. Поэтому я просто в воздух выстрел, чтобы навесом на вас полетело, как шарики. Нет, оно отработало, да, у нас люди уходили мертвяк именно от навесного вот этого тага. Все, ребята, игра закончена. Все. Благодарю. Всем спасибо, расход по позициям. Всем и доброго утра. Доброго утра. Официальный спонсор игры — железный банк Бравоса.